В этом году, в 2018, в Астане, в Казахстане, с 6 по 9 сентября проходил чемпионат мира по грэпплингу и грэпплингу ГИ Всемирной ассоциации борьбы. В составе сборной Украины по грэпплингу было 5 спортсменов от Харьковской области. Это юниоры Жевжик Владислав и Язарян Анатолий. По ветеранам боролся Сорока Владислав. И по взрослым, по основному составу, боролись Шакалова Екатерина и Исичка Ярослав. Все спортсмены приехали назад с медалями. Все хорошо отработали. Конечно, есть нюансы, над которыми нужно еще работать. Есть что думать, что обсуждать, вносить корректировки в тренировочный план. Но в целом команда и Харькова в составе сборной Украины, и сборная Украина выступила хорошо. Направление, над которым мы уже лет 10, наверное, работаем, с этого года впервые официально признано государством как отдельный вид спорта грэпплинг. Он был в этом году зарегистрирован, создана Всеукраинская федерация наконец-то. И вот это был первый чемпионат, на который украинская сборная поехала как сборная от Федерации грэпплинга. До этого этот вид входил в состав Панкратиона. Вот наконец-то он отделился в отдельный вид спорта. То есть мы уже официально существуем как Федерация грэпплинга Украины. Это отдельная полноценная, теперь отдельный полноценный вид спорта, отдельная полноценная команда будет создаваться. В этом году в составе сборной Украины по грэпплингу я выступала в весовой категории 58 среди женщин. Заняла, к сожалению, 3-е место. Вот, своим результатом я, конечно же, недовольна. Были ошибки, которые мы с тренером заметили, и будем их устранять. В ближайшем будущем будут соревнования, это Кубок мира. Он будет проходить в Будапеште, к нему мы будем готовиться, устраним все ошибки, которые были, и будем идти на первое место. Для меня этот чемпионат мира был первым. До этого я принимал участие в чемпионатах Украины и Европы по панкратиону, где занимал первые призовые места. И это как для первого раза чемпионат мира для меня прошел успешно. 2/3 места в разделе грэпплинг-ги и грэпплинг-ноги. Я очень доволен своим результатом и хотел бы поблагодарить тренеров Владислава Сороку, президента Федерации панкратиона Харьковской области, Гелу Гиндию, Антона Бачарашвили. И они очень большое участие приняли в подготовке именно к этому чемпионату мира. И я получил здесь бесценный опыт благодаря именно тренерам, которые на протяжении 3 месяцев вкладывали в меня очень много своего времени, возможностей. Есть над чем работать. Будем устранять ошибки и достигать новых результатов и высот. Мы довольны тренировочным процессом, который был осуществлен в начале лета. Проходил на базе университета внутренних дел. Были задействованы многие залы по городу Харькова и сборники Украины. Молодежная сборная и взрослая сборная Украины, которая состоит также из представителей Харькова, готовилась. Тренировочный процесс проходил 2 раза в день, то есть на протяжении 6 дней в неделю. Один день был отдыхом, что послужило таким благоприятным результатом, что наши воспитанники стали бронзовыми, серебряными призерами чемпионата мира. Дальнейшие планы у нас предстоящий чемпионат Украины должен быть в начале зимы. И потихоньку отдохнуть и потихоньку будем подходить к чемпионату Украины.